Сегодня после капитального ремонта было открыто здание управления по вопросам миграции МВД. Что изменится для сотрудников службы и тех, кто обращается к ним за помощью, знает Дмитрий Ковалев. Полномочия миграционной службы структуре МВД передали 2 года назад. Такая реформа себя оправдала, отмечают правоохранители. После перехода соответствующие изменения, вы знаете, прошли в МВД России. Непосредственно вся миграционная служба занимается решением вопроса, и вы лидеры, успевающие все делать так, как положено по закону. Ровно год назад были открыты административный корпус и здание криминального блока. И вот теперь в комфортные кабинеты переезжают сотрудники миграционной службы. Для вас практически все условия работать, своевременно оказывать эту помощь нашим жителям, кто к вам обращается. Новый корпус решит проблему нехватки мест. Сюда переезжают сотрудники 4 отделов миграционной службы. Теперь все услуги будут оказывать в одном месте и без бумажной волокиты. Процесс ускорит и система электронной очереди. Быстро, комфортно. Получив это своевременно паспорта, особенно заграничные, вот, которые сейчас здесь будут выдаваться, но и условия для сотрудников органов внутренних дел. По итогам первого полугодия Чувашская УВМ у нас занимает 1 место по оказанию госуслуг в России. 1 место. А вот жалоб очень редко поступает. Здесь продумана и система безопасности. Загранпаспорта нового типа выдают только после тотальной проверки биометрических данных. Отпечаток пальца, уникальный код человека, отмечают в полиции. Идет двойник, близнец, полностью совпадающий. Он этот паспорт не получит, пока вот здесь палец не совпадет с тем компьютером, который получался месяц назад. Развитие госуслуг – приоритетная задача. Глава региона отметил, что здесь многое зависит от эффективного взаимодействия ведомств. Межведомственное взаимодействие между органами государственной власти тоже на достойном уровне. Никто никуда не бегает. Полицейские, сотрудники структурного подразделения Министерства внутренних дел через электронную связь выходят в другие органы власти для того, чтобы получить дополнительную информацию. И за считанные часы идут уже те материалы на экран компьютера, и практически уже есть соответствующие аналитики и соответствующие выводы. Работники миграционной службы могут оказывать такую большую помощь по государственным услугам, то по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, по вопросу оформления вида на жительство, по вопросу оформления гражданства Российской Федерации. Все это позволяет работникам целым Министерства внутренних дел решать правоохранительную задачу. Ставку в МВД делают на удаленный документооборот. Только сотрудники миграционной службы сейчас оказывают в электронном виде более 90% госуслуг. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.